блядь, чуть-чуть нахуй начали думать своей тупой головой, нахуй. Это не ко всем относится, если что. Блять, вот некоторым людям, нахуй, я еще не буду называть конкретно ники. Вам вообще, ну надо, нахуй, ходить вот с ЛК одеваться, там, вообще что-то лутать, нахуй. Есть ли в этом смысл, нахуй? Мне кажется, блять, ну, лучше пиво, нахуй, и шоп, нахуй. Ну, типа, там более профитнее будет. И более бесполезнее. Да, так нельзя же задавать. Не, бай, все нормально. Да, хорошо, конфил. Мы почти убили с первого пула, там просто проблемы были. Сейчас убьем. Ханты, вы можете стать слева и справа от босса, пожалуйста? А не к хилам подходить. Мы от вас, блядь, бегаем постоянно. Вы достали уже нас. Шкаф тыкните, что стоите, локи пока. И огурцы поставьте. Спейс, ты готов? Нет еще. Я симу это покупаю. А билд сделал? Сейчас ты сделал. Долго, долго, блядь. Хорошо, конфил. Хорошо. Ну, я же сказал, хорошо, то, что ты написал, я имею в виду. Я тебе напишу в Дискорде, либо в Войсе скажу. Пристабал, пристабал. Спылы вынес на панель? Спейс. Чего? Спылы на панель вынес? Сейчас, я сейчас вобьюсь 3-4 минуты. А, нихуя себе. Ну ладно, идите курите, на. Да. Я не думал, что это так долго будет. Я на каждый день перебиваюсь. Там самое главное спыль. Да, только сделай макросы на колонну, будь человеком, пожалуйста. Я могу тебе скинуть даже зайти. Что он там перебивает? Сердолики, что ли?
Гляченый книжник, дружочек, ты без этого не будешь никуда мажить, вот это надо кричать. Четыре, три, два, один. Спейси, ты готов? Да. Слава богу. Фаски масло не забудь. Рычкалис. Рыбу ставлю, хавайте еще раз. Безжалостная тут. Безжалостная прям. Да, да. Отчет даю. Я тебе кинул. Три, два, один, пол. Ну, блядь. Я хуй его знает. Ты, блядь, не спеки дай нахуй. Смотри, как бы, блядь, что с боссом происходит. Если ты у меня гроб, блядь, срываешь. 6 ЛП дал. Что я могу сделать? В тебя на пулы дают, на. А не в меня, если что. Окей. Зеленка. И бей, босс. Этот рассыпь работает. Но все время работает. Значит, я нах. Сбежались. Давай, блядь. Сразу после кулака закинул. Окей. Укус. Так, сбежим. Угу, миник. Не дорог, Клаш.
Пак забежали быстрее, мы ничего лавили. Спейс. Дамажим, дамажим. Сейчас лужа и взлетка. Скорее всего, диспел в первую очередь. В центр потом забегаем. В центр сбежались быстрее. Разбежались, раньше набрали, укусы раздайте, по кому говорил. Жми мана тьму. Прохил рейд. Не дамажим, дамажим. Ванчелло, укусишь, рейдж скалец. Вы главное кусите РТДшника быстрее. Я поставил метку звезду на него, если что. 30 секунд покидал. Пак быстрее. Укус 5 секунд. Укусы раздали быстрее. Отдай ему на тьму с анархи. Забери. Забирай после взлетку, да. Сейчас взлетка будет после взлетка. Фервард на себя обновите, плесты. И мозги спал сразу в память. Сбежались пак быстрее. Просил. Спейси побежал. Его диспел в первую очередь, Спейси. Спейси диспел в первую очередь, блисты, подойдите к нему сразу. В центр сбежались. Диспел. Прохил. Давай айсбаунд. Жми мана тьму. Миклав гим на хп. Прохил. Миклав. Раньше набрали, сейчас кусайте, главное ДД, РДД всех. Раскусите просто, милики почти все не укушены. Укус раздали быстрее, пак сбежались. Далось баунд, прохил. Мейклав побежала. Геру дали, фулл ДПС по боссу. Блять, но хила уже укусили. Ладно. Бейте босс. Там у Навель не укушен. Колесо не укушен. Я укушен. А, значит у меня багнулось. Не дорог кош. Ну, блять, и до берсы спокойно убиваем, нахуй. Сильная получается. А ведь можно было с первого раза вот так сделать, да? О, хотя бы ДС хоть один, блядь. ДС упал. А чего ты отказываешься? Чё я случаю? Я, блядь, не на того, я такого. Да это не за демона. Никто не сдох просто. Никто не сдох, укусы более-менее еще нормально раздали, не считая одного хила. Ну, кстати, где-то 1.5 ка прибавил демон. Господи. Кастеру. Так, кстати, его. Ну, у вас там получается ни дорог, кинка, отверни, это редко. Колесо не были укушены из ДДшников. Да,
Лики, отойдите от этой хуйни, когда она кастить начнет. Сейчас бейте, когда она ауешку начнет кастить под себя, отойдите. Или стан, ну, все начало, отошли. Нет. Все, бейте стан. Своди эту хуйню дальше. РДД бейте эту хуйню, а не, РДД бейте эту хуйню, а милики играйте по правой. Кстати, Феникс, там у тебя пояса на РДРУ нету на аукционе? Или он, уже купили его? Есть. Ты его почем сейчас выкинул на лук? 20 вроде. Бля. Не хватит еще. Я тебе могу дешевле, на 1010. Да, у меня там даже на паров потом не останется. Вон. Не, я... Если там не продадут, не продаст, он до четверга, я, наверное, куплю. Без скидки там. Да пошли уже остальные. Кирилл, я что-то не знаю. Что ты не знаешь? Сейчас понижу. Это, Феникс, тут выгодное предложение поступило. У тебя хотят этот пояс купить за 20 и мне отдать. Mm-hmm. Угадай, кто хочет это сделать. Ну-ка. Витя. Mm-hmm. Он мне пояс пообещал с андроида просто как раз. Он тебя его за 20 купит, мне отдаст. Он так предложил. Не кидай копье, сука, нахуй. Наконец-то. Ты бы еще в Долоран нахуй пошел, чтоб копье дальше было снимать. Ну, копья-то нет. А ты глыбу нажал, когда тебя копье кинул.
Авель, блядь, ты меня уже нахуй настолько бесишь за эту треть, это просто пиздец. Ты просто тянешь время максимально, нахуй. РТ, блядь. Уже нахуй, сожрал минут 15, нахуй. Здесь где-то минутку, блядь, и на лайне 14. ФК, минутка. У неё, кстати, какая-то ауешка была, что-то сейчас нету никуда. Рыбу ставлю хавать. Иди с правой стороны танчи, если мы потом в порталы и сын анархии водить вместе, значит. Метку тебе поставлю, ромб. Летайте вместе. Через кого кинуть? Через лока как-то? Через спейси, он же в демоне. Демонический доспех себе кинь, спейси. Вместо доспеха скверну. Частицу на вальку и через лока хуешь. Спейси, демонический доспех. Я прием. Я понял, и что мне нужно будет делать? Просто стоять где-то? Стоять просто в центре, нахуй. Все. Где я танчу? Справа. Спейси, нажми, пожалуйста, демонический доспех. Сейчас. Молодец. А все, блядь, столько что пояс купили, нахуй. Да, это он вроде бы и купил как раз. Он тоже пишет ха-ха-ха, я его спрашиваю, чё ты ржёшь? Все, поехали. Пуджа в последнюю очередь убиваем, это поганище. Бейте все остальное. Жирного в самом конец. Вон зомбик вышел. Лич. Исторгаю счастливо. У головы собираем. Маг с левой стороны. Блять, лагает, сука, уже бесит эти маги. Подавление в первую очередь, жирного в конце. Сторгаю счастливой стороны еще лучше. Так же у головы. Давление убивайте, жирного не надо. Вон зомбик еще вышел с правой стороны. Жирного в конце. Маг с правой стороны вышел. Кастом уже бить только залп. С костом стаков. 23. 20, блять. Подойди к Рамбову с Анархии. Он еще заходит в портал.
Про хилри. Жирного добили. И червей сразу. Слева маг. Тридцать три, 29. Я открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение героя. Подавление убили. Да не трогайте вы это поганище, блять. Бейте вон подавление на. И все остальное, все что видите. Подавление приоритет. Потому что там уже стаки хилы набрали. Исторгающий с правой стороны вышел. Свифнитесь убить. Все, можете жирного заливать. Еще один портал зайдете, потом захилите. Посылок стаку в основном. Что за хуйня, блядь? Жирного вообще не бьем. Бейте подавление. И все остальное. Вышли, да? Вышли. Вышли с портала? Не вижу. Нет, нет, еще. Вышли. Геру давайте, Гимн хп дай, Майклав по Вальке. Что-то какие-то цифры ебанутые, 125 тысяч, у всех такое? О, шея выпала. Ёбаная шея. Сексуальная шея. Но мне на пиздец как надо, кстати. Висело. Ну, у нас метки с чего. Что там за смертники полетели? Может, с баблами полетели? Да, не просто. Да, если точка нет. Блять, я что-то проебаним. На лане кто из вас все-таки? Два ДС за 10 босс. Походу ты на зеркале был, Кирилл, да? Что я не заметил. На лане. Да, на зеркале. Ну там, когда рекаунт, если смотришь, стоим, ждем. Там типа больше в два раза. Карты ставьте. Я, кстати, печать забыл, на свет же ставят печать здесь на варке. Да ты там нихуя не нахилил. Ну типа вообще слабенько. Да заебись показывай. У меня рейтинг слабенько, всего лишь 19 лямп. И сколько-то там 125 кхпс. Смотри, я начальник. Сама антивагон, который понял. Я навожу. Все, пошли внутрь. Бежансный, заберешь с правой стороны трэш, который будет выходить, если. Вот сейчас как смотрим. Твой, короче, в крестике будет. Поставлю метку. Я понял, почему тебе баб дать нахуй. Стоит, хуярит одного моба, блядь.
Вместо того, чтобы уешить будешь. Она уешка. Но он еще ворфлин. А, блять, точно думаю, через 4 слова таргет отстанет. Я уже просто не помню, как это работает, Т4. Сейчас эти должны пидоры выходить. Большие. 1400. Играйте, которые сначала с крестами будут. И не, играйте, наверное, с которой с моей стороны, пускай он там игра набирает. Вы друг от друга танки далеко, частицы нихуя репутуем. Да похуй. Блять, там пизда, сейчас мельком будет. Возьмем. Следующий мельч. Да, есть баунт. А, например, когда мы две незыбки жмем, оно 30% отработает или все равно 15%? Все равно 15%. Бля, ба, я не знаю, это сейчас будет видно. И шо, и шо? Почему у меня, блядь, 54 FPS? Что за хуйня, блядь? О, все FPS, блядь. Да, мы зашли на лед, сразу лагать начали. Она с гибдой ушла, слышишь? Бах. Она же жирная, кто на нее смотрит, блядь. Кто ей запустит? У нас ПД дух надо, блядь. Камень сделал. Кто будет держать дракончик? Две пачки или по одной? Да, я дракончик. Ну, мелкие, мелкие самые такие. Я две пачки сейчас приведу. Только не хильте, блять. Давай лучше нахуй. Я, ты лучше подготовься. Да нахуя, блять. Я и так подготовлюсь, нахуй, из банка. Хуя ж, блять, они же идут долго. Хули их собирать. Я помню, ты так же говорил на втором серваке, потом шлеп лежал. Капля бабу. Это когда у меня залагало, блядь, на присте, когда я собирал, да? А мне зависло, да, блядь. Да, ты вот так же делал, такой, сейчас всё папа покажет. Мы поняли. Не, ясно. Зависла.
Это ты под каплей. Пиздец, был. Чего вы меня не прохилили, суки? Это ты под каплей был, причем. В 2 фпса, знаешь, хуёво хилится. Прикинь, капля еще была, блядь. Как они там тебя заебашили? Нехер трупы взрывать. Въебал труп там, нахуй, под 90 разогнался. Такой, чё ты меня не прохилили? Дайте ДПС, дракончик. Блять, я умер, вы мне, блядь, все запороли, нахуй. Да вы с Хантом шли вровень, потом, типа, он тебя обогнал, как ты сдох. Ну, ликанись из дракончиков. Там нормально было, мне что-то забагалось. Ну, блядь, это все из-за вас, нахуй, что меня Хант перегнал, блядь. Да ты слабо, не выдержишь тычки каких-то мелких драконов, блядь. Фу. Да, 20 штук, блядь, только отлично. Слабак, компас не одел, не прожал. С каким-то ключом от босса надо. Ну, кстати говоря, компас на синдром надо выпадать один. Вот видишь, мы тебе не сказали, ты бы сейчас издыхал. Да-да-да, конечно. Аба, у меня даже КД на чему-то на друиде есть, охуенно. Можем сразу пить. Ну, типа, я не знаю, но Кирилл... На чём-то КД есть, КД на чём-то есть. Ты будешь драться за шею, кстати, или уступишь? Так мы же договорились, типа, ну, мне не хватит. А, ну окей. Ну, типа, клык не нахуй не нужен, по большому счету. Ну, типа, он нужен, но я не буду забирать. Шея мне просто из-за метки стена научит. Ну, опять ко мне на метке, чтоб ты понимал, стоит, блядь. Этот кор не давайте, чтоб он не полетел. Он не работает в 25-ке, то в 10-ке только. Ай, не хлипается, не давно тоже. Здесь ничего не работает. Выходите вон, блядь, синих кружочков. Знаете вам, блядь, лужу, нахуй, чтобы вы вышли, блядь, все для вас, нахуй. Блять, что я только что увидел, да? Что там было? Ладно, ничего, да, блин. Там один человек выбегал с одной лужи, блять. В другую, да? И потом там кидается наперед эта хуйня, черта, а не он в другую выбегает. Да. По итоге. Ну что, типа не навсегда, да, урон убрали теперь от синдры? Иногда простреливает. Ну вот сейчас дракона убьем, мне кажется, будет урон. Это-то, хотя... Нет, это понятно, я говорю при пуле. Ну вот и говорю, типа, вроде как первый раз кидает, потом кто кидает, то нет, хуй знает. Сейчас убивайте дракона, внутрь никто не заходит. Захилила, он не сдох.
Безжалостная, слышишь? Жалостно. Зеленку прожимаешь во время откидки? Какой? Или ты в танке будешь сейчас? Я в танке, на притяжке можно жать. Ну как на Сирусе не знаю, типа если у тебя стаков обморожения нету, то жмешь зеленку. Если есть обморожение, жмешь незыбкую зеленку. Но обморожение, если ты настакал, то у тебя обморожение может тебе снять зеленку, понял? И типа уебашить тебя холодно. Да-да, у зеленки нет капа урона, понимаю. А на каком моменте каста ее надо нажимать? Я просто тестил десятки, и меня забрело. Конец. А там... Дека вот этот вот наведение зеленый. Шкаф поставьте, сумануть нужно. Виза СПД с аппаратами обмен. Там по 10 минут только осталось. ДК, дружочек, наведи мышкой на зеленку и почитай, как она работает. Дружочек. Ну, там написано 75 получения. Или это суета говоришь? Ему. Да ну, он не поглощает. Пошел читать, не умеет. А у нас что, типа перекур или что? Не знаю. Ну отошел, Лорел, ждем. Лорел ушел за чаем. Шкаф поставили, никто не сумунул, так все еще пристал. Дайте шкаф. Он уже стоит. Все, и... все. Снова пока тактику будет рассказывать ему. А что, тут есть кто не знает тактики, что ли, на себе? Ну, здесь теперь кто пришел в ЦВК в первый раз, тем более некоторые привыкают там сносить в 3 метра. Нормально там дворили. Чем говорю, хоть объяснение объяснить всему людей, которые поймают глыбу, не так встанут, еще что-нибудь. Так, все тут были же, да? Я делаю ставку на Милхан. Мне кажется, первым умрет. Ох. Какой? О. Не знаю. Ну а что, выбрал кого больше всех? Говорит, по-любому они, говорит, кто-то из них умрет. Говорю, обменчик. Я ж по две фласки давал. Не, я по одной давал. Типа один сопрот, один СПД там, кому чё. Вон, я сбоку стою. Майклав. Шомон, смотри, показывай путь. Ага. Ой, а чё, я сопрот или СПД лучше? Так, объясняю, короче. Пуляем сейчас босса. РДД до притяжки, я буду это озвучивать. Подходите ближе к боссу, то бишь где-то в печеньку примерно. Вас притягивает. Вы разворачиваетесь вот так вот и бежите в сторону лестницы. Быстро это делаете причем. Обжигающий холод закончился, дальше бьете босса. Также на миликах будет стакаться обморожение. Много не набираете. На второй фазе там вообще больше 2-3 не набираете. Что касается обожженки, что касается обморожения. На освобожденка отображается там, где вот орда, премиум там и так далее. На первой фазе можно набирать, не знаю, там по стака 6-7 спокойно, но не больше. Локи порталы ставите в звезду, чтобы потом после притяжки сразу ТПшность. Только ждите, когда вас до конца притянет. Я не в курсе.
В прошлый раз не шел, в этот раз, может, пойдет на поле. Я не ебу в душе. У вас, короче, дальше пьем босса. Потом подъебало, соответственно, никто не подходит. Милики, бьете ее в первую лапку, чтобы вас не откидало хвостом. Бежим все к лестнице, взлетная фаза. Выносим склепы. Вот, 5 меток. Ромб, трусы, звезда, полумесяц, парня. Выносите эти метки. Красиво и ровненько, блять, по меткам, нахуй. Будут падать бомбы. Бомб будет 4 штуки. Или 5, не помню, нахуй, не суть. Вот, допустим, бомба падает с левой стороны. Или вот прямо в крест падает. Вам нужно спрятаться вот так вот, чтобы вас не задело за звезду. Бомба падает, например, в квадрат. Вам нужно перейти вот так вот, спрятаться за склеп, чтобы вас не задело. Бомба в ромб, допустим, падает. Вам нужно так зайти. Я просто для примера показываю, чтобы вас не задело. На второй фазе озвучиваю. Там, кроме этого всего, будут кидаться другие стаки. И будут периодически кидаться рандомно на два человека метки. Просто слушайте. Когда говорю в крест уносим, значит уносим в крест. Никто около креста не стоит, и около печеньки тоже не стоит, когда туда выносится склеп. Это тоже озвучиваю. Когда буду говорить, притяжка будет, прячемся за склеп. То бишь вы будете прятаться вот тут вот везде. В печеньке будет склеп, вы прячетесь тут, ждем притяжка, когда будет. От склепа отходим. Разбиваем склеп, дальше выносим, куда я говорю. В принципе, это все. Рыбу хавайте. Что, может, на этого, на Милхантера СС повесить там, на всякий? Пока не надо. У меня есть бомба, если что, если он будет крепить бомбу. Ты на боссе? Да, я на боссе, по-моему. Садитесь, пока рыбу хавайте. Не знаю, будет она пулять или нет. Если не будет, то подойдете в мозг. Скорее всего. Безжалостно. Безжалостный прием. Все, поехали. Блоки портала поставьте, не забудьте. А кто танчит? Не пуляют, я буду танчить. Может, не надо. Можешь танчить, мне похуй, типа, нахуй. Мне просто удобно так уже пинать и смотреть за рейд. Больше обзор. Хрис, сюда подходи сразу же, легче хилить. Кастер тоже, пожалуйста. Ближе РДД к боссу подойдите. Абай, хуёво стоишь, да? Сейчас притяжка будет, готовьтесь. Что-то очень мало ДПС. Дамажить там будете, не? Оббежали, лужу дал в сторону лестницы. Быстрее, быстрее, быстрее. Бля, нахуя я закинул, сука? Аккуратно освобожден, смотрите, блядь, там уже, блядь, чуть до человека не сдохло. Вынесли метку, безжалостно его воет зал, быстрее вынесли. Блядь, господи, ебаные вы, сука, спрятались, нахуй. Ну вы кончи, нахуй, я вам ебогу, нахуй. Безжалостно, вот слева, в самом углу, блядь, чё ты не можешь двинуться, нахуй. Слева падать перешли. В чем проблема, нахуй? Фриду мне тоже давать сложно, что ли? Слева падает опять, перешли. По склепам больше урона РДД, блять, по крайним самым. Авель, нахуй. Господи, сука, уёбки, нахуй! Блять, вы заебали, короче, нахуй. Сейчас делаем 2-3 пула, нахуй. Если нихуя не справляется, я вас просто нахуй начну кикать, нахуй. Заебала эта хуйня уже. Че, ложимся сейчас? Да. Никто не встает, дадим масрез. Надо просто людям понимать одну вещь, что даже если метки стоят там в линии, да, можно же, блядь, просто сдвинуться, дать рейндж. Да не надо, блядь, вставать свои метки, потому что это хуйня, блядь, получится. Какой-то один даун все равно не встанет, нахуй. Поэтому, блядь, вот, например, вот сейчас безжалостно я стоял в трусах, в рамбе никого не было. Ромб дальше находится. Ну, блядь, ну перебеги, нахуй, в ромб. Там с правой стороны чел бежит. В чем проблема, блядь? Уступи ему место, чтобы ему меньше бежать было. Звезда, передвинься, блядь, в трусы, на. Чтоб он сюда стал.
Блять, в последний момент рванул. Если бы я видел, что он бежал раньше, то я бы подвинулся. Понял? В последний момент хуячит нахуй и умирает уже, блять, ну, на полпути. В Гере, блядь, будет по-другому, нахуй. В Гере вот этот рейд, блядь, не попадет нахуй вообще на синдром, если не начнут нормально его носить. Них упрощать, если до этого все, блядь, спокойно делать. Если люди не хотят импровиться и получать какой-то эксп, нахуй, то это бесполезно, нахуй, вообще что-либо делать. Блядь, где там рыба? Сейчас не вижу, есть там? Ну, уйдите с маунтов, блядь. Это че там, блядь? Че, блядь? Еще раз вообще на ПЛМ. Локи портала не забудьте. Суета, что тебе не хватает? Лапку. Бенки, лапку. А что-то не вижу, лапка вообще есть? Нет, есть. Мне весело. Освобожден, караджа, монах, сын анархии, зао, батя, скорее всего. Блять, полетел нахуй. Похую ворой, смотри. Каждый этот нахуй летает. Удар хвостом. Отбежали быстрее, лужу дал. Я тут понял, фрейм уебищный, типа чуть-чуть ближе к ебалу скажу. Фридом, дайте по мне. Метки вынесли. Рэшскалис, Арислин, Раджа, Мавель, батя. Быстрее вынесли метки. Батя, передвиньте. Ага, все, окей, нормально. Спрятали за метки. Слева падает аккуратно. РДД по крайним склепам играет. Перешли быстрее, спрятали. Зендермастер, блядь. Хули ты там нахуй стоишь, блядь? Ты не видишь нахуй, где падает? Справа перешли. РДД по крайним склепам больше. Слева перешли. В Гере это сразу ваншот, нахуй. Это значит вынос мусора сразу, нахуй. По склепам больше урона дайте. Алло, справа падает. Разбили склепы быстрее. Дымажить будете? Алло, нахуй. Танк. Сука, ну овощи, нахуй. Я не знаю, блядь. Вы, блядь, совсем конченые, нахуй, или что? Нахуй вы пришли в рейд? Еще раз спрашиваю. Блять, бомбы ловите, нахуй. По склепам не бьете. Нахуя вы пришли в рейд? Еще раз спрашиваю. И потом ноете, скулите, что вы не попадаете в рейд, нахуй. Так нахуй вы нужны такие в рейде, блять. Я потом урон посмотрю по склепам, нахуй. Сразу минус в ебу, нахуй. Падайте в пизду, нахуй. Что там, Авель и Вард, да, сдохли? Так не дымажат склепы почти никто, нахуй. Стоят, нахуй, просто бегают, нахуй. От того, что склепы, блядь, не разбиваются, нахуй, ну, от этого, блядь, люди умирают, ёбаный урон. Она приземляется, у склепов, нахуй, побольше, чем половины хп, ну, у трех склепов. Два склепа только ниже половины было. В одну точку сбегитесь. Естественно, блядь, ну, это пиздец, нахуй, сразу же. Там еще вы. Вынос не заходите пока что. Потому что выкинет с игры. Бомб 4, если что. Типа, как распределять свой дамаг, хотя бы на глаз пробуйте. Дамажите. Уже позаходили, я понял.
Да, за плотский. Монархи, не дорог, красавчики, плиз. Встали, резнули, зашли. А что, тут много людей первый раз, что ли? Да мне такое чувство, нахуй, что здесь человек 15 первый раз, нахуй. Бомбы 4, считайте бомбы, чтобы распределить дамаг, чтобы не было, когда, блядь, синдра приземлилась, у вас пуловые глыбы стоят. Милики 3 центральных бьют, РДД, блядь, крайние, левые, правые, блядь. Идут там потихоньку. Большинство ДПС нету в этих углыбах. Тут пару, сколько, 10 людей и все. Тихо сказал, что ты сказал, ДПС в глыбах нету, чуть не понял. Да я посмотрю через это. Кто сколько в склепа надамажит. Ну по скаде, у кого скада, можно линкануть цели атак, линканите развертку. Можно атаку, рекаунте посмотреть. Ну, ну, типа, нет, ну каждого скажет, это хуйня, понял. У кого мало, типа, или у кого ноль, наверное, глыбы были. Если сложно ориентироваться, типа, можно поставить на челика звездочку, типа. Что-то не тот урон, кто-то пришел за мной. Типа, чтобы люди не искали сами, они, может, не видят, может, у кого-то лагают на кого-то звездочку, и вокруг склепа как он стоит, типа так, чтобы все стояли. Чтобы он проще было дамажить склеп. Просто смотришь, когда толпа бежит, и все. Да, ну, либо толпа, либо звездочка, так, не знаю. Я так делаю, по крайней мере. В идеале, конечно, самому смотреть. Да, ну самому смотреть это так не смог подымать. Короче, наплываю. То, что вот этого босса видели, это все повторение. На второй фазе так, не изменили. Там отпадали, нет? Все, просто не видно мне бафов что-то. Да. Все. Скорее всего. Уже, блядь, эта хуйня затрахнула. Теперь Лани, теперь, блядь, Синдрай, нахуй. Ноль урона, блядь. Чё, сквернение, ну, вы, ребят, на всякий случай не бежали вперед, то можешь не кидать, не кидать, в следующий пол ебанет как. Она не кидает. Это Сирус, поверь. Не надо. Все, убедил, блядь. Блять. Светавель, батя, монах, Эллен Кридер, освобожден. Полетели. И все те же, по сути. Милики, вот вам, я не знаю, сейчас я вам, блядь, минетку отдельно, нахуй, поставлю, блядь, которая вас не будет задевать. Вот, черепок, нахуй. Вот вам... Вот тут надо бить, и будет все нормально. Вот черепок вам, нахуй. И вас откидывать не будет. Таура, Джам, Монах, Рискалис и Кридерс вынесли быстрее. Угу. Справа падает близко, перешли быстрее. В РДД по крайним склепам влились. РДД по крайним. Право, справа право, падает право. Опять. По правому склепу дальнему никто не бьет. Справа опять падает, только близко перешли троп. Больше урона по склепам. Больше урона по склепам. Слева падает, перешли. Ясно, блять. Беба, нахуй, все с тобой тоже ясно, блять. Игруля, блять. Дай БР по нему. Жу, Войд, батя, Майклав, монах, скорее всего, освобожден. Прибавните меня. Закинула бай. Сейчас притяжка будет ближе к боссу.
Жу, Тао, Раджама и Клав и Несела Кридер освобожден. Клу, Женала, убегайте быстрее. Там 4 хила не набирайте, милики, пожалуйста. Много не набирайте, обморожение. А что это за пука дэмэдж? Объясните мне, почему аж 67% перед взлёткой? Там должно хотя бы быть 64. Пиздец. Метки вынесли. Милхант, Тау, Войд, Манисела, Зау. Быстрее. Угу. Спрятали за склеп. Слева падает близко. Перешли быстрее. РДД по крайним склепам. Слева. Чуть-чуть перешли. По центру чуть правее. Правый склеп дальний. Никто не бьет. Просто вообще никто. Как и в прошлый раз, блядь. По центру падает чуть левее. Разбили склепы быстрее. Склепы разбили. Ну, уже лучше, блядь. Сын Анархии, Жу, Зао, Войд, Бати, Ваничел, освобождем. Три хила. Ой, милики перестали летать. Охуеть, аллилуйя, нах. Убежали быстрее, лучше дал. Подключаем фул дыхание абсорбно. Суета, Майклав, Монах, Элиум, Ванищелла, Кридерсон. Освобожден. Ну, ДПС хватает, в принципе, чтобы потом перевести. Все, есть для убийства. Только мозги немножко. Хладную броню. Спейси, Зао, Монах, скорее всего, Элиум вынесли метки быстрее. Спейси, трусы, спейси, трусы, спейси, трусы, спейси, трусы. Слева падает близко, РДД крайние сыграли. Быстрее спрятались за склеп. Суета, не лутай. Слева падает, чуть-чуть перешли. По крайней правой опять никто не бьет. По левой второй тоже никто не бьет. Милфхан, Дангермастер, блять. По центру падает. Хватит лутать, нахуй. Больше урона по склепам, которые поцельные. Слева по центру почти. Разбили склепы. Блять, там этот склеп центральный, блять, чуть раньше времени не разбил. Все, босса бьем. Будет притяжка 100%. Ближе к боссу РДД. Локи портала не забудьте обновить. Спейси, Авель, Майклав, скорее всего, Элен, Кридерс, освобожденка. Два хила освобожденка. Закидываю или нет? Фаза сейчас будет. После первой или второй для меня? Нету перетяжки, нормально, отлично. Первую в крест выносим. Раджам крест. Милики по склепу поехали, РДД босса, блять, ясно. Я понял. Следующий склеп в печеньку выносим, даже зубы по нему. И все прячем. Зао в печеньку, зубы по Зао. Отошли все от печеньки. Спрячемся, будет притяжка. Ну отошли, ну блядь, сейчас заморозитесь. Спрятали, ждем. Скидываем стаки. Ждем, не разбивайте склеп. Ждем, ждем, ждем. Отошли дальше от склепа. Милфхант, выйди с рейда. Блядь. Все, разбили склеп. Разбили склеп. Сейчас крест выносим. В крест выносим. Безжалостную хилить. Монах в крест. Прохил его. Освобожденку не набирайте много, ребят. Отойдите от креста. Кому надо, скиньте стаки. Милики по склепам все играете. РДД босс. Ну, Рэйч, вот нахуя вы набираете на миликах ебучее обморожение? Уёбки вы, блядь. Разбили склеп быстрее. Кридер с печеньку. Отошли от печеньки. Спрятались все за склеп, скинули стаки.
Танк там уже пол рейда лежит, нахуй. Разбили склеп быстрее. Печеньку вынеси. Опять печеньку надо выносить. Печеньку в печеньку, отошли оттуда. Блять, пидорас, нахуй, конченая, блять. Разбивайте склеп, сейчас притяжка будет. Я сложила. Все, это вся вторая фаза. Вот все, что вам нужно, нахуй. Думать тупой своей головой. Особенно миликом, нахуй. Данган мастер, блядь, недорог, рейдж скалис. Обморожение, блядь, посмотрите смерть свою, нахуй. Как вы умираете, блядь. Тупо, блядь, 8 стаков, нахуй. По 8 тысяч стик, блядь. За 2 секунды, нахуй, блядь, просто убивает. 6, Кирилл, 6 стаков, это все прохиливается спокойно. Это не прохиливается, нахуй. Вот этими хилами это не прохиливается, еще раз говорю. Я ж 5 хилов. Мне сколько стаков набирать? 4? Стойте, ладно, подожди, тихо. Все, забей, нахуй. Падайте. Почти, почти. Холипалы, блядь, где прохил нахуй, по мне, вот скажите. Чему я, блядь, на фул хп, на пол хп стою под ледяное дыхание? На это пиздец просто полный. Локи, можешь попросить вот портал вот чуть-чуть от звездочки туда? Чё меня, блядь, чё меня подлагало, блядь. А то из-за порталов не видно, если туда метку выносят, они берут и перекрываются. То есть нетрудно. А буквально 1-2 метра. Просто ближе к центру. Воткните их. Не прямо метку. Это весь босс, нахуй, все, что вам нужно делать на второй фазе. Не набирать обморожение. Обморожение, говорю, блядь, больше 3 не стакать. Пускай РДД бьют, пускай РДД дамажит. Обморожение не надо вам стакать. Когда надо будет, тогда стакните. Когда я скажу Геру, дам, забили хуй на обморожение, забили хуй на освобожденку, и когда будем дамажить босс. А так обморожение вы не стакаете, еще раз повторяю. Не больше 3 на второй фазе. Тем более, блядь, когда вы сдохли вот втроём, Рейджскалис, Денгермастер и Недорог, блядь, на 3 хилах, блядь, висела освобождёнка, нахуй. Ребят, ну не хота материться, с рыбы нахуй, пожалуйста, с маунтов. Ваша основная задача на милликов на второй фазе – разбивать как можно быстрее склепы, а РДД, чтобы дымажили. Плюс, когда вы носите этот склеп на второй фазе, прожимки свои какие-то даете личные. Маги, вы помогаете под склепом тоже подбивать. И сбрасывайте на каждом склепе стаки, хуй его знает, потому что, блядь... Уйди с рыбы. Кинется на вас клеп, потом сдохните сразу. Лапу. Увеличение поглощения, блядь. Жизнь. Текущий. Понял.